Блин, почему ролик не записался предыдущий? Ну ладно, мы это с вами ретро-культивацию здесь снимем, так что лайки, подписочки на канал и так далее. Ладно, Петрович, давай, работай. Пошел. Это у нас пахота. Сейчас давайте посмотрим, доехали. Наш Иваныч. О, Иваныч тоже заходит. Нам снимают поле снова. Обходит опять. Ну поехали же. Ну, сегодня мы тогда культивировали Борис Михайлович. Больше часов, конечно, не пытаюсь. Так что, ребята, пишите в комментариях, чередовать мне, то есть что-то будет делать, что-то я. Так что если надо, пишите в комментариях. Вот седьмую полюшку машин. Здесь надо будет культивировать. Все-таки это надо не культиватор. То, что мы с вами поставили на наш плуг, это скорее всего не культиватор. Нет. Или же это культиватор, или же это не культиватор. Пишите в комментариях об этом. Все, давай, дружище, пошли. Нам давайте выскочим, чтобы нам не мешать, пусть работает. Все, ребята, ладно, давайте встретимся, когда уже будет хотя бы половина поля спахана. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставить свое мнение в комментариях, но я пока на маленькую паузу. Давайте. Ребята, как увлекся кое-каким делом, я забыл про работу. Вот, все, ребята, короче, поле сделано у нас. Это тоже сделали. Так что ладно, ребят, наверное, не знаю, если сейчас еще купим контракт, не, контракт все, он маленький, так что, ребята, да, что-то я забыл про это совсем, так что извините. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. Прикольно, комбайн, комбайн наш. Дизельное топливо. Урон. Давайте посмотрим, что у нас может по контрактам появится. Ну все, закультивировали. Давайте отдаем деньги. Ну, деньги тут еще задали. 83. Неплохо. Что-то он совсем копеечный, да? Большие затраты, блин, ну что-нибудь есть, блин, можно, конечно, а смысл мы сейчас это посеем, ладно, а контракты ждать, так что вот так вот, ребята, так, а, уже косить нечего просто. Вот это скоро созреть на 29-м поле можно будет надо собрать, наверное. На нашем поле как раз, видите, урожай созревает. Все-таки я думаю, это, ребята, не... Все-таки это, наверное, не культиватор, ребята. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Ну что, он даже не отмечен, что он вспахан. Будем считать, что это мы его все-таки, может, какой-то другой агрегат, ребята, кто знает, пишите в комментариях, для чего вот эта хрень. Сейчас я вам покажу. Вот. Так что, ребята, кто знает, пишите в комментариях, для чего вот этот агрегат. Так что, ладно, ребята, маленький ролик на нас. Так что, ну,
Если культивация еще выходит, то, может быть, покультивируем еще, так что, может быть, не прощаемся, еще просто немножко время ускорю. Вот, лайки, подписка и так далее. Короче, ребята, контрактов мало, только один. Давайте его возьмем тогда. И в следующей серии, ребята, не займемся. А сейчас пока, ребята, всем до новых встреч, всем удачи. Скоро выйдет два очень интересных ролика на лайв-канал и на этот канал. Так что, ребята, пиши в комментариях, ставьте лайки.